Один из застарелых мифов, которые пришли к нам из социализма, заключается в том, что женщинам с достойными формами нужно носить одежду длинную и широкую для того, чтобы скрыть полноту. Я одна из обладательниц таких фигур, и на моем примере я вам покажу, что это отнюдь не так. Если мы берем коротенькую маечку, посмотрите, какой длины у нас ноги. В данном случае это маечка ампир этой же длины. Эта маечка отличается от предыдущей тем, что у нее перед и зад разной длины. То есть есть такой скос. Эта майка без складочек по груди. Эта майка имеет более длинную форму, удлиненную до бедер. Это та же самая майка, но уже без складок. В короткой майке более длинные ноги. В длинной майке верхняя часть туловища становится более длинной, а нижняя более короткой. И это отнюдь не прибавляет нам стройность. Не делайте эту ошибку, не прячьте свою роскошную фигуру. Ну а если вас что-то не устраивает, то вы можете либо похудеть, либо использовать секрет визуальной коррекции фигуры.